4 апреля в Москве на легендарной площадке Крокус Сити Холл состоялся первый в столице концерт известного певца Сами Юсуфа. Мечта тысячи московских поклонников сбылась благодаря дому моды Сахера Рахмани, который выступил официальным спонсором концерта звезды мирового масштаба в мусульманском мире. По признанию известного и талантливого дизайнера Сахера Рахмани, для нее было большой честью стать соорганизатором такого масштабного и ожидаемого всеми поклонниками Сами Юсуфа мероприятия. Я, в принципе, также поклонница его творчества и, соответственно, так же, как и он, я из Ирана родом, и ему было 3 года, когда он уехал в Лондон жить, мне было 5, когда в Россию, и что самое как бы важное, то, что у нас общие идеалы, то есть неважно, мусульмане, христиане, белые, черные, все мы люди, все мы братья и сестры, и, соответственно, наша студия несет как бы ту же самую идею того, что у нас одеваются абсолютно все, мусульмане, христиане, евреи. То есть мы творим для всех, мы любим всех. И поэтому, конечно, я с удовольствием взяла на себя эту честь и стала спонсором его концерта.